Наверное, многие из нас любят такой мини-режим, как Skybars. Поэтому, если ты любитель и ценитель этой мини-игры, то заходи и подписывайся на канал Максима. Здесь можно найти кучу видео по Skybars'у. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашего нового сезона с модом Пиксельмон. И, ребята, большое спасибо, то, что мы набрали вчера 2700 лайков на новой серии Пиксельмон. И как я вам давал свое обещание, сегодня выходит новая серия Пиксельмон. И никогда об этом, ребята, не забывайте, потому что если на этой серии к вечеру мы сможем набрать 2500 лайков, то завтра выйдет еще одна новая серия, ребята. А если не выйдет, лайки наберем, а серия почему-то завтра не выйдет, я даю вам полное право отписаться от моего канала, если серия не выйдет завтра. Не сегодня, потому что я видел то, что некоторые люди не поняли. Поэтому, ребята, ставьте лайки, если хотите завтра видеть меня, нашего Чармандера, и также новую серию в 10 часов утра по московскому времени, и также Украине. Серия выходит в это время, поэтому, ребята, не ленитесь, ставьте лайки, также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята, я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью. Также можете поделиться видео со своими друзьями, я также этому буду очень рад, ребята. Да, но знаете что, сейчас мы будем сразу же приступать, и как видите, сейчас мы находимся в шахте, но, ребята, не стоит переживать, потому что я уже побегал в шахте, я уже добыл, ну сколько я добыл, ну немного так угля, немного так железа, в принципе, ничего особенного нету, но сейчас, ребята, мы уже будем отсюда уходить, потому что никто не любит находиться долго в шахте, а именно в Пиксельмоне, потому что это скучно, нудно, и я вас, ребята, прекрасно понимаю. Но дайте я хотя бы добуду немного вот этого железа, хотел сказать золото, но потом все же передумал и сказал железо. Поэтому, ребята, мы тут долго не будем находиться, даже не переживайте, а сразу же сейчас мы вернемся в наш дом и будем, ребята, развивать наше королевство. Лайк за королевство, потому что лайк, если вы хотите, чтобы я построил большущую империю покемонов у себя дома, ребята, лайк, если вы этого ждете, если вы этого хотите. Мне кажется, это действительно будет очень даже круто выглядеть, если, допустим, у нас будет какой-то офигеть, прям, офигеть, какое здоровенное королевство покемонов и империя какая-то. Ребят, мне кажется, действительно будет крутая идея, если я, конечно, смогу это сделать, и вы, наверное, даже сможете мне в этом как-то помочь, я потом, ребята, что-то придумаю. Вы можете, допустим, потом скидывать свои построечки, да, а те построечки, которые мне более всего понравятся, то я, ребята, их буду... А потом строить у себя в сезоне, то есть таким образом вы, ребята, сможете мне помочь построить что-то. И знаете что, мне кажется, то, что это отличная шахта, я даже тут оставлю waypoint, и мы сюда потом вернемся, когда у нас закончатся ресурсы, потому что я вижу, тут у нас много развилок, у нас тут еще осталось много ресурсов, и чтобы долго тут не задерживаться, я, ребята, тут оставлю waypoint, если я запомню, как, сейчас, шахта, пускай будет вот тут, и, ребята, мы тут его поставим и вернемся потом. А сейчас, ребята, мы телепортируемся домой. Да, домой нужно тпхнуться. Очень даже нужно. И вот так. Замечательно. Привет, привет, кто у нас тут есть. И в первую очередь мы, конечно же, себе скрафтим две печки. Потому что печки... Я не знаю, кто их приглашает ко мне домой. Что вы тут... Это ты и... А я, если честно, не понимаю. Кто это, кого это вам напоминает, ребята? То ли это баба, то ли это мужик, то ли это трансвестит. Кто это такой? Что-то непонятно. Но ты круто, да, залез на мою кровать, натоптал мне, а теперь вали... Да вы охренели просто, а? Ребят, мне, походу, переезжать нужно. Что это за... Или двери... Двери железные мне поставить? Мне кажется, то, что да, нужно двери железные поставить, потому что они охренели нафиг! В мой дом, офигеть! Люди вообще наглые пошли, люди слишком какие-то наглые пошли, вы не заметили, ребята? Это прям жопа какая-то. Давайте поставим вот сюда железо, чтобы оно жарилось. А сюда мы можем подставить, ну, пускай будет золото на данный момент. И знаете что, я действительно... Вы на моей... смотри, что они чудят на моей кровати. Вы там шпили-вили на моей кровати? Трансвестит и старый доктор? Ах, валите вы нахрен с моего дома, извращуги, ребята! Кто против извращуг? Давайте валите с моего дома! Как мне выкинуть вот этого чудака? Ага, то есть он со мной разговаривает. Ну, иди ты нафиг, короче, ребят. Давайте отсюда валим и подождем, пока он сам выйдет с нашего дома. А то это бред какой-то.
А и знаете что? Я тут перед нами вижу несколько Magikarp'ов, наверное, плавают мирно в этом пруду, и мы сейчас попробуем их забабахать. Только это 17 уровень Гул'дин, 23 уровень Гул'дин. Ух, что-то у меня такое ощущение, что вряд ли мы сможем их забабахать, поэтому давайте мы отправимся сюда и посмотрим, кто у нас тут плавает, если тут вообще кто-то плавает. Я вроде кого-то вижу. Ух ты, а ты вообще 22 уровень. Как-то не очень круто, не очень круто. А почему-то других покемонов я вообще не вижу. Мне кажется, то... или все покемоны почему-то пропали с этого сезона. Они куда-то испарились. Я вообще ни одного покемона не вижу. То ли мне нужно увеличить спаун покемонов. Ой, чуть-чуть ли не грохнулся в эту шахту огромную. То ли мне нужно увеличить спаун покемонов, то ли я не знаю. Да твою нафиг. Потому что это как-то очень странно. Ну вот один покемон пролетает. Там где-то второй покемон. Он пролетает, но чтобы прям, знаете, такая куча, я не вижу. А вот ты, Свидл, спасибо, что на нас напал, потому что только благодаря тебе мы сейчас качнули еще один уровень нашему Чармандеру. 27-й. Знаете что, я передумал с тобой сражаться, ты можешь идти гулять, мы на тебя даже не будем обращать внимания. И сейчас потопаем куда-то туда. Нам нужно посмотреть на карту, что и где у нас находится, ребята. И знаете что, пока я опять не забыл, я хочу вам сказать что-то главное. В эту субботу... 3 часа дня по московскому времени, по Москве и также по Украине, у меня будет стрим на Твиче. Ссылочка на мой Твич канал есть в описании, ребята, заходите. Я там буду играть в Пиксельмон, то есть мы там будем играть в сезон Пиксельмона, да, развиваться там уже на стриме. Также будем играть в CS, многие другие игры, просто простое общение с подписчиками, ребята, и многое другое. Поэтому, если вы хотите со мной пообщаться напрямую, вживую, вот в прямом эфире, задавать мне вопросы, я буду отвечать на все ваши вопросы, то, ребята, приходите на мой стрим в 3 часа дня. Я всех вас жду, и я надеюсь, что вы придете, потому что я действительно с вами, ребята, буду общаться, и кто имеет желание, я всегда вам рад. Поэтому, ребята, запомните, это в субботу. Ну и, конечно же, про новую серию не забывайте. Кто хочет видеть ее завтра, тот прекрасно знает, что ему нужно делать. Потому что, ребята, сезон довольно-таки прекрасный. И с этими текстурками, и с этими шейдерами. И вообще, сам по себе сезон, мне кажется, более-менее такой нормальный. Я надеюсь, что, ребята, мы его дальше будем развивать. Дальше будем строить наше королевство покемонов, ребята. Кто вообще? Кто вот прям хэштег «Я за королевство покемонов»? Потому что, мне кажется, это действительно будет очень даже круто, если мы сможем его построить. Да, ребята, мне кажется, это круто получится. Но в первую очередь нам нужно хотя бы прокачать Чармандера, Чармиллиона, потому что ему еще осталось, если я хорошенько помню, 6 уровней. Ага, и я думаю, что у меня атака кончилась. И после этого, ребята, он уже сможет быть... Он уже сможет стать своей второй эволюцией. Как это не может быть не круто? Я бы, если честно, хотел вот туда куда-то бы доплыть. Я не очень хорошо так прыгнул в воду, потому что... Ну, мне кажется, тут большие какие-то биомы, что ли? Фиг его знает. Ладно, не будем в воде быть. И сразу же, ребята, отправимся домой. Так, быстро! Никого нету! Пока тут никого нету, давайте мы железную дверь себе сделаем. Офигеть, зачем мне три железных двери? Но все же, ребята, давайте мы себе железную дверь сделаем. А это охренеть просто. Все, иди вон, извращуги, старые доктора и всякие трансвеститы у меня гуляют по дому. Это охренеть просто, я не знаю, что тут вообще творится в этом доме. Ребята, зачем я это взял? Я не знаю, зачем я это взял, я вот это хотел сделать и поставить это куда-то вот сюда. Замечательно. И сейчас бы нам еще рычаг сделать. А, и так рычаг делается, вот так рычаг делается. Потому что это охренеть просто, охренеть просто. Они тут гуляют по дому, они тут ходят себе вот так. Так. Наверное, все же тут лучше тоже рычаг сделать. Мне кажется, это более такой удобный вариант. И на все 100% нас защитит наш дом. Потому что это жопа какая-то. Или может даже кнопку сделать. Потому что, как видите, рычаг что-то не очень хорошо работает. Мне кажется, кнопка будет намного лучше. Да, только сейчас бы еще домой зайти. Так, ну все, ребята, я сделал все, что мне было нужно. Я надеюсь, больше никто не вломается в наш дом. Всякие нафиг вламываются без разрешения. Еще топчут
кровать мою еще там занимаются всякими различными нехорошими, хотя почему нехорошими, хорошими делами, но все же, не мужик же с мужиком, да? Поэтому, ребята, это у нас пускай дальше жарится, это пережарилось, поставим алюминий. Также, ребята, я нашел в шахте немного алюминия, и мне кажется, то, что нам это действительно очень даже пригодится. Это поставим вот сюда на сбережение, и, в принципе, все очень круто. Нам сейчас нужно в первую очередь строить свой дом, и, конечно же, давайте вылечим сначала, строить дом и что? Искать части для покеболов, потому что нам уже нужно начинать крафтить покеболы и ловить своих первых покемонов, ребята. Кто за? Кто за? И знаете что? Я даже, наверное, потом сделаю какое-то мини-голосование, где я... буду спрашивать, какого следующего покемона вы хотите видеть. Потому что, ребята, я не знаю, кого вы хотите. Кто будет нашим следующим покемоном, ребята? Кто? Ну, может, какой-то летающий, может, какой-то водный, может, еще кто-то... Попади. Вот, замечательно. Только не убей нас, пожалуйста, я тебя очень прошу. Какой? Да, Чарманер, 12 уровень, ребята, ему еще 4 уровня осталось, и он уже эволюционирует. И посмотрим, какая красивая его будет следующая эволюция. Давай, быстренько, быстренько лечи наших покемонов, докторишка-извращуга, и валим с этого места, не хочу я там оставаться. И что тут у нас еще есть? Я вижу какого-то покемона, но он, наверное, будет под землей. Нет, он не под землей. Флаффи, если я тебя смогу как-то убить... то ты мне дашь очень много опыта. Ну, почему-то есть у меня такое ощущение, то, что сейчас мы тебе пол жизни так нормально снесем, а потом как ты шандарахнешь какой-то своей атакой, и прям сразу же снесешь нам все жизни, и это будет совсем не круто. Флаффи, пожалуйста, ребята, давайте держим кулаки. Пожалуйста, она нас парализировала, но надеемся, то, что она нас... Да, она нас не стукнула, и нам дала 700 опыта. 2 уровня с одного покемона. Разве это не круто, ребята? 2 уровня с одного покемона. И может даже к концу этой серии мы уже сможем эволюционировать нашего Чармандера. Ребята, как вы думаете, ему еще осталось 2 уровня? Хоть вот этот Диглет нас все же пинает хорошенько. А мы его не пинаем, потому что Чармандер у нас парализирован. Нет, и нам сейчас уже возвращаться домой. Нумилы! Нумилы! Это зайцы. Огненные зайцы. И они, в принципе, очень даже маленькие уровни. Да? Да! Я даже о них не подумал. У нас же тут рядом с нашим домом пустыня находится. Ох, какой это офигенный кат сейчас будет, если Чармандер сможет затащить. Чармандер, пожалуйста, давай 2 уровня. Давай 2 уровня, пожалуйста. Здрасте, опять здрасте. Вот, ой. Так, они нам какие-то советы дают, или что они там дают. В принципе, это очень даже прикольно, то, что мы можем вот такие... Не попал. То, что мы можем такие небольшие посиделочки делать вот с этими тренерами, потому что это как жители. Это местные жители, с которыми мы можем разговаривать, с которыми мы можем сражаться, с которыми мы можем вести беседы. И разве это не круто, то, что мы сможем такие делать посиделочки с нашими жителями, с жителями нашего королевства покемонов, ребята? Да. Это действительно очень даже круто. Нумилы, вы еще там остались, потому что сейчас уже ночь будет. И мне кажется, то, что ночью они уже будут идти спать. Да, как я замечаю, нумилов уже нету. А Гравелера вот этого мы вряд ли сможем убить. Вообще вряд ли, очень вряд ли. Он 27 уровень, да и в принципе огонь против камня очень плохая идея. Но, к большому сожалению, я тут больше никого не вижу, но я вижу то, что там кто-то шастается на равнине. Может, если это будет опять Старли, какой-то 10 уровень, то это будет очень даже круто. Пожалуйста, кто тут у нас? Покажитесь! Ух, 13 уровень. Да, пожалуйста, Сентрет. Мы тебя очень просим. 15 уровень. И давай последний, давай. Ах, ты ж 5 уровень. Я думал, ты будешь каким-то большущим уровнем, а ты вообще оказался каким-то очень маленьким. Тут у нас кто-то есть? Старли, вот. Здрасте, наша. Наша дорогая птичка. Птичка наша дорогая. Вот. Не убей нас, пожалуйста. Да, замечательно. И сейчас, ребята, мы быстренько пойдем поспим, выспимся и полные сил. Да, все. Нравится вам так? Нравится вам так, когда я дверью балуюсь? Идиоты. И сейчас все, никто не сможет ко мне домой зайти. Ребята, мы сейчас выспимся и полные сил мы пойдем охотиться на новых покемонов. И также Чармандер даже в этой серии уже сможет стать
конечно же, Чармиллионом, если мы сейчас хорошенько постараемся. Нет, никто не вылупился, никто не вылупился. Кто у нас тут есть? Кто у нас тут есть? Я кого-то вижу на карте, но не вижу, где он. Наверное, под землей, что ли? Офиг его знает. Ну, ты очень большим уровнем будешь. А вот там у нас кто-то в лесу тусуется, я вижу на карте. Нифига себе. Урсаринг, ну он какой-то 40-й уровень. Нет. Нет. Если бы я его смог каким-то образом грохнуть, мне бы дало кучу уровней. Кучу. Кучу опыта, кучу уровней. Но я его никак не смогу завалить, как бы мы, ребята, с вами не старались. Поэтому сейчас нам нужно... Вот, сентритов. Если мы сможем вас убить, вы как раз такие более-менее нормальные уровни. Давайте мы тебя... Пожалуйста. Так, замечательно. Еще бы вот этого... Ребята, если сейчас мы его сможем докачать, это будет очень круто. А вот по поводу следующего покемона, ребята, наверное, будете голосовать вы, как я вам только что сказал. То есть вы будете выбирать, какой следующий покемон у нас будет. Кого вы захотите, ребята, того я и постараюсь словить. Ох, да. Зря я на него вообще вступил в бой с этим чуваком, он же 26 уровень, он нас с одного удара убил. Зря, очень зря. Поэтому, ребята... Какие вы тут все красивые, какие вы там все нарядные, у меня прям башка кипит, какие вы там красавеллы просто. Все такие, не знаю, как, в каком-то образе, как будто на карнавал какой-то собираются. Ну да ладно, так, я кого-то там слышу. Где вы все, вы на крыше там засели где-то? 100%, да, вы от нас спрятаться решили. Как бы мне в тебе попасть? Как бы мне в тебя попасть? А, вот ты. Ты! Так вот вы! Ух ты ж, нифига себе! 27 уровень. Но это хорошо то, что мы сейчас находимся... Ах ты ж, нифига себе. Вот с одной стороны, это хорошо то, что мы находимся прямо в аптеке, потому что мы тут же сможем и вылечиться, раз что, раз нас убьют, да? Но все же, а ты какой уровень? 17-й, да. Ты намного меньше уровень, чем предыдущий. Но все же ты нас тоже сможешь забабахать, потому что... Если бы мы по тебе не... Если бы ты, наоборот, по нам не попадал, а старая, то мы бы тебя смогли зафигачить. И ты не веришь, но с тебя бы нам дало очень много опыта. Но ты не хочешь... Ты не хочешь сдаваться, старая. Ты вообще не хочешь сдаваться. Одна стака осталась. Если она сейчас промажет, то мы ее убьем. Ах ты ж, зараза! А, все же наш Чармиллион, ребята, еще слишком маленький уровень, поэтому он не может пока что убить эту старавию, которая 17 уровень. Хоть, в принципе, разница-то небольшая, кажется, да? Только 2 уровня, но все же как заметно то, что эта старавия намного нас сильнее. Снаббол! Наш... Опа! Как я встал! Как встал! Как встал! Чармандер, не сдавайся! Нет... Нет, убегаем отсюда, Чармандер. Тебе осталось вообще чуть-чуть. Очень-очень мало. 16 уровень. Кого бы нам убить? Кого бы нам убить? В воде никого нету. Снаббол, если ты наш не тронешь. Наш. Пожалуйста. Да! Да! Драгон Рейдж! Самая крутая атака. Да, ребята, и в этой серии с вашей поддержкой, с вашей помощью мы смогли эволюционировать нашего Чармандера уже в Чармиллиона. Сейчас посмотрим, каким он будет красавцем и как он вообще будет тащить уже в следующей серии. Если бы еще вот этот экран загрузки был бы немного получше, то есть я имею в виду экран эволюции, да, а не вот так залагал. Ну что, ребята, Чармиллион, вот наша новая эволюция нашего Чармандера. И это очень даже круто. Ребята, лайк, если рады новой эволюции. И также лайк, если вы хотите завтра видеть новую серию в 10 часов утра по Москве и Украине. Потому что набираем 2500 лайков к вечеру на этой серии. Завтра выходит новая серия. Если мы лайки наберем, а серия не выйдет, ребята, вы знаете, что делать. Но все же, если лайки наберем, то я вам даю слово, то что, ребята, серия выйдет. Также подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Не ленитесь, ребята, я всех вас люблю. И делитесь этим видео со своими друзьями. Я также буду этому очень сильно благодарен. Ребята, всем спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Приходите завтра, потому что завтра выйдет тоже новое видео. Видео на канале выходит каждый день. Я каждый день, ребята, вас всех жду. Не ленитесь, всегда приходите, вам тут всегда рады. Еще раз большое вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.